Отвечай тебе, да, я никогда не слышал никакого слова от Иисуса. Его слово здесь. Таким же образом он тебе отвечает. Если ты задаешь ему вопрос, он тебе отвечает отсюда. Таким образом, он обязательно отвечает. Как только ты задаешь вопрос, в духе твоем появляется ответ отсюда, который есть в этом слове. Почему? Потому что ты уже много времени разделил, чтобы размышлять об этом. Это просто так. Ответ придет тебе. А духе. Ты знаешь, как поступать. Ты знаешь, что нужно делать. Аллилуйя. Ты знаешь, какое решение тебе нужно принимать. Почему? Потому что, как Господь сказал Иисусу Навина, Он сказал, что Давид точно исполнил то, что в ней написано, когда ты будешь успешен. Будь я твой, и будет поступать благоразумно. Аллилуйя! Дух веры наставляет тебя на путь истины. Ты никогда не сделаешь ошибку. Аминь? И дух веры всегда имеет что? Смелость. Аллилуйя. Дух веры тебе дает смелость. Человек, который живет в духе веры, он ничего не боится. Когда люди говорят, что там стреляют, что ну что? Мой Бог остановит их прямо сейчас. Он направляет ангелы Божьи вокруг него. Он не убоится зла. Аллилуйя. Почему? Потому что он знает, что вокруг него есть сотни или тысячи ангелов. Он уверен в этом. Аллилуйя. И Господь защищает его. Он даже не боится, чтобы умирать. Потому что он знает, что как только ты не смерти, он просто появляется на лучшей жизни. Thanks God. So, я свободен. Спасибо, что помогли мне. Я сейчас с Иисусом. С такой жизни. Аллилуйя. Аллилуйя. Сразу начинается новую жизнь с Иисусом. Поэтому он не боится ничего на эту землю. Аллилуйя. И он сможет смотреть на дьявола и сказать ему, ты сможешь поселять меня все, что угодно. Мой Бог силен. Аллилуйя. Я разрушаю все твое оружие во имя Иисуса Христа. Я иду против тебя, дьявол. Во имя Иисуса Христа. Человек, который постоянно исповедует таким образом. Вы знаете что? Дьявол и его бесы, они боятся его. Они друг начинаем говорить, ты не идешь к нему, или к ней, или он сразу разберется с тобой. Как только они увидят тебя, они говорят, вот он опять, верующий. Да, действительно, вы знаете таких людей в мире. Неверующий.
Катока они увидят тебя, они скажут, перестанут говорить, перестанут разговаривать. Катока ты появляешься там, они изменяют разговор. Почему? Потому что они знают, что ты всегда действует в духе веры. Они живут по миру, а ты живешь в таком другом, совсем другом мире. А ты знаешь, и они тоже знают. А ты любишь их с любовью Христа и благословляешь, и молишься за них, чтобы Господь открывает их глаза. Для того, чтобы они тоже смогли познать Иисуса. Как ты знаешь его. А иногда они будут задавать тебе вопрос. Ты помоги мне познать Иисуса, Боже. Как ты знаешь его. Я не такой сильный верующий. Вот. Я такие люди. Вы знаете их на работе. Вы знаете ваши соседи такой, смотрят на тебя. Таким взглядом. Мы сможем молиться за них. Мы сможем помогать им. Мы сможем помогать им. Каким же образом? Когда наше исповедование о них соответственно, согласно словам, которые Бог уже говорил в его книге, в своей книге. Это очень важно для нас. Аллилуйя. Это очень важно. Есть соседи, которые, может быть, у тебя есть. Муж всегда пьяный. И бьет свою жену все время. И вы знаете об этом. Вы слышите, как они каждый спорят между собой. Все время. Эта женщина нужно помогать. И ты молишься за нее. Ты даешь ей совет все время. Таким же образом, когда мы живем по духу веры перед ней, таким же образом мы помогаем. Она начинает доверять тебе. So that у тебя такая вера очень сильная. Я хочу быть таким же верующим, как ты. Я хочу больше познать Бога. Приглашаешь его в домашней группе или сюда в церковь на богослужение, иметь общение с другими верующими. Аллилуйя! Это помогает тебе, чтобы быть открытым. Она освобождается от себя. Она начинает чувствовать себя как в доме. Среди верующих. Потому что есть люди, которые смогут помогать ей. Дать ей христианский совет. Как разберется с этим. Развод – это не решение. С такими вещами. У Бога есть ответ. У Бога есть ответ. Ты можешь ей сказать, нет, это не время для тебя, чтобы разводиться. Ты сможешь дать Бог возможность, чтобы начинать работать на него. Что Бог сможет изменить. Тебе нужно, не нужно разводиться с ним. Дьявол хочет разрушать его жизнь. И Бог поставит тебя там, в этом доме, с этим мужчиной, чтобы для того, чтобы ты через молитвы и Слово Божье можешь изменить его жизнь. Ты не убежишь оттуда, потому что это воля Божья для тебя. Его спасение. И спасение дом твой. Женщина начинает видеть в мысли
só existe. Toda e ali o baixo e ali o raju outro moja e a bunda os toys des bodo national que molisa sabe sai vos passei bodo national está vendo bat slova boje tato responde dismenitivo e national gavarete só estou bíblia gavarete e mu ni só estou o minha yes в мозга осознанно Бог говорит. Потому что вера не смотрит никогда на ситуации или обстоятельства, которые действуют. Вера всегда смотрит в духовном мире. Аллилуйя! Вера всегда смотрит на ответ, который Бог уже отдал. Там, в этом мире. И вера сходит туда, в этом мире. Берет этот ответ. Бум! Утвердит этот ответ на эту землю, в эту ситуацию. Чтобы изменить ситуацию с таким словом, ответом, который Господь Бог дает. Это очень важно. Аллилуйя. Слово Божье. Это единственное, которое небесные ангелы. Им нужно, чтобы изменить ситуацию, которая у нас есть. В Библии написано, вы знаете, история Библии, о пророка Закарая и его жена Елизавета. Они долго ждали от Бога ребенка. Они не получили ответ. Но все равно доверяли Бога, что Бог дает им ребенка. В этот день когда пастор Закарию послужил перед Господом, храме Господе, ангел небесный появился ему с ответом и сказал ему, у твоего жену у нее будет ребенка через год. Вы знаете, что он начинал исповедовать? Неправильно. Он начинает говорить, что ну как же это будет? Он уже всю свою жизнь ждал до этого времени за чудеса от Бога. И когда Бог направил ему ангел небесный, с ответом, он начинает сомневаться об этом. Есть такие люди верующие, которые ходят в церковь. Они знают все, что Библия говорит. А как только Господь им дает ответ, они начинают сомневаться. Ну, как это может быть? Врачи уже говорили, что у меня 3 месяца, чтобы жить на эту землю. Я умру. И Бог дал им слово, ранами его, исцелили. Нет, врачи говорят это. Нет, ранами его, ты исцелил. Нет, но так врачи не говорят. Нет, это я с жизни не зависит от врачи. Это источник твоей жизни. Библия. Врачи могут говорить, что ему больно. Аллилуйя! Но в конце концов, Слово Божие может изменить все это. Таким же образом, Закарию
Zacharia on national is pavel what the private of parent angel. Yet the best me angel smotrel pass motrel and the voice gavarish to oh tita koi prohoi mush ti hoshet me shat genos to is to be prene mashu de sour brother. Tine buddhist boshe gavarish to beton. Is that about near? Ты потеряешь голос. The call of my prayers for тебя не исполнится. The call у нее не будет ребенка, потому что его неправильно исповедование могли бы помешать веру Елизавету. И Бог сказал ему, что ты не будешь говорить. Ты не хороший человек. Тебе нужно покаяться. И в конце концов, Закхария, что он сделал? Он покаялся. Как только вот появилось, родился ребенка. И спросили у него, какое имя ему нужно отдать? Он говорил, что Иоанн. Это единственное слово, которое начинает говорить о вере, что Бог сделает для нас, что Он обещал. Я не знаю сегодня. В такой ситуации ты находишься сегодня. Смотри. Книга числа. И с этим я думаю, что я закончиваю сегодня. 14 стиха. 14 глава. Там мы прочитали историю о народе Божьего. Моисей отправил 12 человек. Чтобы наблюдать, следовать земле обетованной, которую Бог уже им отдал. А что случилось? 10 человек вернулись обратно. И начинали неправильно исповедовать перед Господом. Только Иисус Навин и Калеб. Они оба начинали правильно исповедовать Господа. И большинство из них начинали ропать против них. Они начинали бунтовать против Бога, бунтовать против Моисея. Что ж ты, что мы умрем здесь, в этом пустыне. Лучше для нас, чтобы умирать там, в Египте. Чем в этом пустыне, что ты сделаешь с нами? И гнев Божий появляется против них сразу. Смотрите, что Бог здесь говорит против них. 14 глава. И 22 стих. Он сказал, что все, которые видели славу мою, и знамения мои, сделания мою в Египте и в пустыне, искушали меня уже сколько раз? О, Боже мой, 10 раз. Разве что Бог считает сколько раз? Ты идешь против него? Действительно, он знает. Потому что если он говорит 10 раз, значит, он прав. Уже 10 раз, они тоже сами исповедовали. Неправильно передо мной. Ранами Иисуса Христа, ты исцелен. И он говорил, а прощи говорили так. И Бог смотрит, ты что?
Я исцелил тебя. Нет, но позади. This is trust. And it actually put him forward. Swami is неправильно. It's поверовали. Они видели чудеса. Они видели знамения. Они видели, как Господь был на корме их. Пустыне, хлебом небесным. Они съели мясо, они видели чудеса, как они пошли через море. Они видели все чудеса, которые Господь был сотворил, творил там в Египте. Но Бог говорит, что такие жалюзи искушали меня уже 10 раз. Я хочу им помогать, но они все равно идут против моей воли. Мы сможем изменить такую ситуацию сегодня. Мы сможем сделать решение сегодня, что да, из этого дня я начинаю изменить свое слово, свое исповедование. Я начинаю разделить больше времени, чтобы размышлять о его воле. Молиться больше на ныне языка. Потому что тем больше ты это сделаешь, тем больше Господь тебе дает откровение, вещи, которые ты не знаешь. Это не значит, что в то же самое время, когда ты молишься, Господь тебе дает ответ. Это может быть после этого. И даже может быть 2 или 3 дня после этого. Ты просто можешь, может быть, водишь машину и сразу вот тебе появляется мысль, чтобы что-то делать. И ты сразу знаешь, что да, это действительно от Бога. Ответ тебе. И ты принимаешь решение. Вот, я развернулся на машину. И сделал именно то, что Господь прямо сейчас мне сказал. И как только ты сделаешь это, вот. Чудеса, начинается. С твоей жизни. Господь начинает изменить свою эту ситуацию. И заботы, которые ты уже все время, все твою жизнь уже переносил. Это не трудно для Бога, чтобы изменить любую ситуацию. Давайте помолимся сейчас. Давайте помолимся.